На окраине Алматы обнаружили крупный цех по производству поддельных автозапчастей. Там изъяли более 100 тысяч единиц фальшивой продукции. Всю партию в Департаменте экономических расследований оценили почти в миллиард тенге. Предприниматели распасовывали амортизаторы, рулевые рейки и салонные фильтры по брендированным коробкам и сбывали оптом на авторынке. Поддельные запчасти якобы японского производства пользовались там огромным спросом. На самом деле контрафакт, как обычно, завезли из Китая. Эксперты говорят, что покупатели привлекает их низкая стоимость. Причем многие водители даже не задумываются, что срок службы таких запчастей небольшой. Контрафактная запчасть дешевле, чем оригинальная. Плюс работа по ее установке тоже обойдется дешевле. Когда мы покупаем поддельную запчасть, мы не получаем никакой гарантии вообще. То есть человек, покупая такую запчасть, не понимает, что там внутри. Он не может знать, что там внутри, из чего она сделана даже. Что выбрал продавец, неизвестно.